Поставь лайк, подпишись на канале Ева Маш. Всем привет и добро пожаловать в новое видео. Сегодня у Евы есть реальный шанс выиграть крутой приз. А какой приз? Я даже упала. Чуть не упала. Итак, призы ты сможешь выиграть: новенький айфончик, новенький айпадик и, конечно же, новенький макбук. Ева, ты готова? А что я должна делать? Ты будешь выполнять разные задания, за которые будешь получать количество баллов в зависимости от сложности задания. И по итогу, сколько баллов ты наберешь, такой приз и получишь. Получить новенький айфончик ты сможешь, если наберешь более 5000 баллов. Новенький айпадик ты сможешь получить, если наберешь от 5 до 10 тысяч баллов. И, конечно же, ох, он тяжелый. Новенький макбук ты сможешь получить, если соберешь больше 10 тысяч баллов. Ты готова? Да! Перед началом просмотра убедись, что ты поставил большой палец вверх и наслаждайся этим видео. Давайте уже начнем. Итак, твое первое задание — это сделать колесо. Это вообще изи. Так, снимаем кольцо. Поскольку это изи для тебя, то ты за это получишь 30 баллов. Надо было сказать: ай, как сложно. Молодец! И у тебя 30 баллов. Второе задание будет немножечко сложнее, чуточку буквально, и за него ты получишь 50 баллов. Это сесть на шпагат. Засчитываем, и ты получаешь еще 50 баллов. Я уже 80. Следующее твое задание, Ева, ты должна из этой коробки достать 5 игрушек и назвать имена персонажей, которые тебе выпадут. А что там за игрушки? Это же Кавай из Пятерочки, я их всех знаю, это изи. А сколько баллов я за это получу? Целых 300 баллов. Ну что, ты готова? Да. Начинай. Меня не интересно. Фанни. Правильно, это действительно Фанни. Бери следующий пакетик. Пятерочка. Офигеть, тебе попался Пятерочка. Тяни еще один. Ирис, правильно. И у тебя уже 3 правильных ответа, да. Ева, еще 2. Джеки! Это Джеки! И последний кавайчик, какой же тебе попадется? И это Конг! Вот такие кавайчики мне попались, благодаря им я заработала 300 баллов. Но это было и правда легкое задание. Поэтому попробуй справиться с следующим. Давай. Ты должна придумать, как можно использовать каваи в быту. Придумать 5 функциональностей. Задействовать нужно всех каваи. Первое, для чего я использую каваи? Для наведения порядка. В этой коробке у меня хранится канцелярия. Я ее помечу пинки. По-моему, отлично. В этой коробке хранятся чехлы, там поп-сокеты. Короче, я ее помечу фло. В этой коробке у меня хранятся цветная бумага, там тетрадки, вот такое вот все. Я ее помечу Джеки. По-моему, выглядит прикольно. Сразу понятно, какую коробку нужно брать. Здесь хранится конструктор, поэтому я его помечу Ирисом. Здесь хранится всякий пластилин, поэтому помечу Фанни. Ну а здесь хранятся игрушки Артура, поэтому пишем Артура. С помощью каваи можно аккуратно складывать шнуры и провода. Например, шнур от зарядки. Складываем его и закреплю его Карлом. Вот так красиво получилось. А еще, если украсить предмет каваи, то он станет в 100 раз милее. Например, ручку. Также с помощью каваи можно украсить кроссовки и толстовку. У меня осталось очень много каваи, поэтому я сделаю из них бусы. А каваи можно получить в Пятерочке на кассе за каждые 600 рублей в чеке, либо просто купить за 59 рублей. Переходи по ссылке в описании и собирай свою коллекцию кавайчиков. Будь в тренде. Вот такие вот бусы получились. Ну что, я тебя поздравляю, ты справилась с этим заданием и получила свои 500 баллов. И стала еще ближе к твоим призам. Итак, Ева, следующее твое задание – это выпить стакан воды. Ты за это получишь 10 баллов. 10? Да, 10. Несложно же. А что будет, если я не выполню? Если ты не выполнишь какое-нибудь задание, то все твои баллы сгорят. Все,
все до последней капли. Молодец, ты справилась с этим заданием, у тебя плюс 10 баллов. Следующее задание, ты должна по эмодзи угадать еду. Задание несложное, поэтому за него ты получишь 40 баллов. Итак, Ева, перед тобой вот эти эмоджи, и ты должна угадать, какая еда здесь зашифрована. Молочный коктейль. Нет, у тебя 3 попытки. Одну ты использовала, осталось 2. Ты не предупреждала! Все узнаешь в процессе, давай. Молоко, шоколад, лед. Что бы это могло быть? Шоколадное мороженое. Да, это правильно, шоколадное мороженое. Все верно, мороженое же на молоке делают, шоколадка и лед заморозили. Угадывай по вот этим двум эмоджи, что я здесь зашифровала. Попкорн. Правильно. Это было изи? Изи. И последний эмоджи. Чипсы. Чипсы. Блин, это чипсы, правильно. Плюс 40 баллов у тебя. Переходим к следующему заданию. Итак, Ева, следующее твое задание. Ты должна назвать 10 имен мальчиков. Поехали. Максим, Егор, Сережа, Вова, Тимофей, Артур. 6. Ну! Альбиби. Есть такое имя. Альбиби, подходит, засчитываем. Альбиби. Давай дальше. Костя. Еще 2. Ну, у тебя столько братьев. Роберт, Марк. Ева, это было сложно. Да. По-моему, это было изи. Ты сразу все забываешь. Вот назови 10 имен девочек. Ира, Катя, Маша, Настя. Ладно, согласна. Поэтому ты получаешь за это задание 420 баллов. Есть те, кого имя я назвала. Пишите в комментариях. Итак, Ева, если ты прямо сейчас продержишься равновесие на одной ноге 30 секунд, ты получишь 360 баллов. Время пошло. 1, 2, 3. Не надо касаться, время идет. Ева, держи равновесие в течение 30 секунд. Это легкое задание? Да. Так, а зачем я тебе столько много баллов за него пообещала? А все. Так, ну, ты справилась, поздравляю, переходим к следующему заданию. Ева, и следующее задание ты должна прокликать попыт за 30 секунд. И время пошло. Если ты не успеешь, то все твои баллы сгорят, тебе надо постараться. Ева, быстрее. Давай, давай, ты успеешь. Я знаю. А, что откликнулось, надо прокликать. Надо все, все. Все! Молодец, ты справилась. А сколько баллов я заработала за это задание? 150 баллов. Я хочу выиграть MacBook, я его выиграю. Посмотрим. Следующее задание, Ева, будет спортивное. Тебе нужно 2 минуты провисеть на турнике. И если ты справишься с этим заданием, ты получишь целых 2300 баллов. Время пошло. Держись. 2300 баллов на кону, и ты приблизишься к своей цели. Скажи, это сложно? А если мы над ней пранканем и еще пощекотим? Согласна, это нечестно, поэтому я щекотить не буду. Я просто вот так поделаю. Просто вот так. Рядышком я не трогаю. Ладно, не трогаю тебя. Так, осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Ева, ты молодец. Ты справилась. Вон у тебя сколько силы. Сильные твои руки. Ты молодец. И переходим к следующему заданию. Следующее твое задание – угадать песню по эмодзи. Если ты угадаешь все 3 песни, то ты получишь 1500 баллов. Ты готова? Да. Итак. Зачем мне солнце? Много. Для чего, скажи мне, луна Сент-Тропе. Это было изи. Это следующая песня. Ева, думай, что бы это могла быть за песня. Ребята, вы тоже пишите в комментариях, что это за песня, если кто узнал. Ну, какие-нибудь предположения? Ночь. Ночь, правильно ты сказала. Ночь. А волосы? Огонь? Волосы, огонь. Ну, не совсем, не волосы. Волосы, пожар. Ты так горяча. Ты так горяча, да, да, Ева, дальше. Я схожу с ума. Ну? Ты так горяча, я хочу тратить миллиард. Украду тебя, будешь моя. Я украду тебя в ночи, буду твоим хабиби. Ладно, засчитаю тебе эту песню, засчитаю. Украду тебя в ночи, буду твоим хабиби. И последняя песня, тоже сложная. Крестик, нолики, две Миланы в домике. Укатились наши шарики за ролики. Правильно, Ева, ты справилась. Ты
получаешь свои 1500 баллов. Ева, следующее твое задание, ты должна съесть все вот эти оливки. Тогда ты получишь 300 баллов. Окей. А если не съешь, то, соответственно, все твои баллы сгорят. Оливки, кстати, с лимоном. Ну, я люблю оливки, но с лимоном такое себе. Так, усложняем тебе задание. Ты сделать это должна за 20 секунд. Быстрей, быстрей. Время идет. Осталось еще две оливки. Кисленько тебе, кисленько? Скажи мне, тебе кисленько? Нет. Тебе нравится? Быстрей, осталось 3 секунды. 3, 2, 1. Засчитываем. Все косточки. Молодец, ты справилась с этим заданием и получаешь 300 баллов. Следующее твое задание, ты должна простоять с гантелями 1 минуту. Только гантели будут не эти, а вот эти. Держи. Блин, я сейчас проиграю. Ты сейчас потеряешь все свои баллы, Ева. Все накопленные баллы, и вряд ли ты сможешь уже накопить на свой MacBook. Ладно, я попробую еще раз это сделать. Ева, молодец, еще секунда осталась, молодец. Все, опускай. Ты справилась, ты сильная. В тебе нифига себе силы, я не ожидала. Ты заслуженно получаешь свои 540 баллов. Следующее твое задание – это скушать лимончик. Есть вот эти вот дольки? Да, все 3 дольки ты должна съесть. Тогда ты получишь свои 500 баллов. Ну что, начнем? Да. Так, 1 долька готова, 2 долька пошла. Блин, даже у меня трещит за щеками, так кисло, я представляю. Ева, последняя долечка осталась, последняя долечка, и ты приблизишься к своим подарочкам мечты. Ты победитель, круто, ты справилась. Блин, у меня полный рот слюней, короче, от того, что ты ела лимон, потому что даже мне стало кисло во рту. В общем, переходим к следующему заданию. Следующее твое задание, ты вот этим мечом 3 попыток должна сбить все вот те бутылки. Ну что, начинаем? С первого удара почти все бутылки. У тебя осталось 2 бутылки и 2 удара. У тебя еще 1 удар, еще 1 попытка. О, мне повезло. И 350 баллов у меня в кармане. Также ты можешь получить еще дополнительные 80 баллов, если этим мечом с 3 попыток попадешь вот в эту сетку. Готова? Да. Лови. 1 попытка была, и он попал каким-то образом, но выкатился. У тебя еще целых 2 попытки. Давай. Бинго! И у тебя дополнительные 80 баллов. Ты справилась. Yes. Ева, как ты относишься к остренькому? Ну, такое себе. А за 400 баллов готова съесть острый тако-чипсы с перчиком? Давай, попробуй. Начос. Начосы острые. С тако. С перчиком красным. Давай, Ева. Молоко. Давай, ты должна съесть всю чипсу. Они острые? Ну, молодец, ты справилась, и 400 баллов у тебя в кармане. Ты хочешь пить? Ой, тогда следующее задание для тебя. За него ты получишь 1000 баллов. Если ты выпьешь этот стакан колы и не сделаешь отрыжку, то ты получишь 1000 баллов. Хорошо. Давай, чуть-чуть осталось, Ева, чуть-чуть. Так, и считаем до 10, чтобы не было отрыжки. Ура, ты ее не сделала, и ты получаешь 1000 баллов. Ева, и следующее твое задание, это смотри, сколько вот мячиков тут есть. Круто? Как ты думаешь, что ты будешь с ними делать? Наверное, раскидаю по полу и буду быстро собирать. Именно. У тебя ровно 2 минуты, время пошло. А сколько я за это баллов получу? Ты за это получишь 180 баллов. Ого. А
Осталось 20 секунд, а мячиков еще очень много. Ева, тебе нужно реально ускориться. Спидран! Ева, 10 секунд. Ай, не успеваю. Одна. Так, я надеюсь, здесь больше нигде нету попрыгунчиков. Ты надеешься или ты наоборот? Я сейчас проверю. Но я не вижу. Ева, получается, ты справилась с этим заданием? И получаешь свои 180 баллов. Я могу за 300 баллов сделать очень крутой поворот, как у фигуристок. Нет, это слишком изи, у меня есть что-то посерьезнее для тебя на 700 баллов. Ты готова? Давай. Ева, ты должна съесть шоколадку. С кетчупом. Помни, что ты можешь в любой момент отказаться от заданий, и у тебя сгорят все баллы, и закончить этот челлендж. Она съела, не верю, она съела шоколадку с кетчупом. Просто, боже мой, Ева, ты получаешь свои 700 баллов! Итак, Ева, следующее задание. Вот ты поела сейчас шоколадку. Нужно почистить зубы. Вообще, Изя, а сколько баллов я за это заработаю? Ты за это заработаешь 150 баллов. Ну это же Изя, просто почистить зубы. Да, но не просто. Ты сначала должна вот этим синим ополаскивателем прополоскать рот, чтобы у тебя закрасились зубы в синий, а потом их очистить. Ну хорошо, давай попробуем. Начинаем чистить зубы, чтобы это очистить. И у тебя на все про все 2 минуты времени. Он не очищается. Ну что, ты успела, ты справилась, поэтому 150 баллов у тебя в кармане. Yes. Мне нравится такой челлендж. И зубы почистила хорошо, прям 2 минуты как надо. Очень полезно. Ева, если ты прямо сейчас продолжишь песню, то ты получишь 1500 баллов. Ты готова? Да. А мой мальчик едет на девятке. По автостраде вдоль ночных дорог. А, молодец, ты продолжила песню и получаешь 1500 баллов. Итак, вот тут есть 3 бумажки, смотри, на них написано «Выиграла», «Ничего» и «Проиграла». Все зависит от твоего везения. Какую бумажку ты возьмешь, то и будет означать. Либо ты выиграла 100 баллов, либо ты проиграла, все твои баллы сгорели. Ну, либо ничего не происходит. Ты не получаешь баллы, не выигрываешь и не проигрываешь. Тогда я тяну вот эту выиграла. Конечно, ты читер мой. Нет, мы их перевернем вот так вот и перемешаем хорошо, чтобы ты не знала, где какая есть. Все, Ева, ты готова? Да. Ну, давай. Что там? Выиграла! Выиграла! Реально выиграла! Выиграла! Я тебя поздравляю, Ева, ты выиграла 100 баллов. За следующее задание ты получишь 760 баллов, если ты сможешь вот эти маленькие игрушечки за 30 секунд расставить все ровно. Время пошло. Прошло 10 секунд. В смысле? А у тебя еще целая половина, тебе надо ускориться, Ева, ускориться. А, Ева, быстрее, как ты можешь это успеть? 2 и 1 секунда осталось, Ева, стоп. Все они стоят. И ты справилась с этим заданием и получаешь еще 760 баллов. Вот там на кровати, на попыте лежат деньги. Ты должна наступать только на попыты, начиная с самого начала комнаты. А что будет, если я чуть-чуть коснусь? Ты проиграешь. И что тогда? И все сгорят твои баллы. А так получишь ты 130 баллов. Начинаем. Я думала, ты наступила на пол, а это прозрачный попыт. Я уже хотела обрадоваться. Все, тысяча остается твоя, плюс 130 баллов у тебя в кармане. Идем дальше. Да. Ева, следующее твое задание, ты должна целый час просидеть в своей комнате и не выходить. Вообще изи. Ну раз изи. А сколько я получу? А за это ты получишь 1000 баллов. Все. Все, время пошло. Later. Прошло полчаса, и я хочу очень сильно в туалет прям. Ну что, прошел час, открываем Еву. О, наконец-то! Пока Евы нет в комнате, я вот эти евромеш Евины спрячу по всей комнате.
Итак, Ева, у тебя есть ровно минута, чтобы во всей этой комнате Евромеш найти как можно больше. Время пошло. Так, одна. Так, еще одна. Я будто знаю, но не знаю. Да. Такое ощущение, будто ты знаешь, но ты реально не знала. У тебя осталось еще 15 секунд. Сколько Евромеш нашла, столько баллов у тебя есть. В смысле, один? Или это по 100? По 500. 500, 1000, 1500, 2000, 3... А, нет. 3500, 3000 и 3500. 3500 баллов, я тебя поздравляю, ты выиграла. Последнее задание для тебя. Давай. За 1200 баллов ты должна сходить в магазин в ушах эльфа и купить что-нибудь. Вообще изи. Ну что, идем в магазин с эльфами ушами. Вот эти, кстати, печеньки вкусные, поэтому я хочу их взять. И хочу еще печенье с предсказанием. Печеньки возьмем. Так, 500, 600, 700, 25 рублей. Ну что, я справилась с заданием. Я выиграю 1200 баллов. И я тебя поздравляю. Ну что, Ева, в итоге ты набрала вот такое количество баллов. И, соответственно, ты выигрываешь. Так, iPhone остается у меня. iPad остается тоже у меня. А тебе достается MacBook. Теперь мне будет еще круче читать ваши комментарии. А вот 3 лучших комментария с прошлого видео. Сегодня был невероятный челлендж. Круто, спасибо, что поддерживали меня и проходили этот челлендж со мной. А теперь челлендж для вас. Задержите дыхание. Поставьте лайк, нажмите на колокольчик, подпишитесь и напишите сердечко в комментариях. Кто справится, у того есть шанс получить 1000 рублей. Только, ребят, давайте честно. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока!